Белокурая девочка Элли, чучело, железный дровосек и трусливый лев. С первых слов понятно, речь идет о волшебнике изумрудного города. Эта сказка и так нравится всем поколениям, а в сопровождении яркого света и невероятной пластики артистов и у детей, и у взрослых от восторга бегут мурашки. Под софитами Дворца молодежи черногорская студия «Квартал», которую в Абакан пригласила городская администрация. Сегодня мы проводим впервые елку главы для детей из семей мобилизованных граждан. Вы знаете, какая ситуация у нас на сегодняшний день в стране, и поэтому очень много всевозможных акций проводится для того, чтобы поддержать вот такие семьи, таких детей. И, конечно, хотелось бы сделать праздник, какое-то волшебство, чтобы появилось в таких семьях. Поэтому мы в городе Абакане организовали такую елку. Но это не просто маленькое какое-то представление, а это целая программа. Путешествие маленькой Элли и ее друзей по изумрудному городу на протяжении всего спектакля сопровождается пластическими и цирковыми номерами, описать которые словами практически невозможно. Маковое поле, уводящее героев в сон своим дурманящим запахом, вдруг превращается в танцоров, а верные слуги злой ведьмы Заркалы исполняют трюки на одноколесных велосипедах. Здесь и стражники леса, будто забывшие о гравитации и морозные северные ветры, а трюки, которые исполняют клоуны, прыгая через скакалку, вызывают бурю эмоций и громкие аплодисменты самых строгих зрителей – детей. Словом, им спектакль очень понравился. И, может, пока в силу возраста они не могут в полной мере описать свои эмоции, впечатлениями об увиденном все же поделились. А какие тебе больше всего понравились трюки в изумрудном городе? На велосипеде. Скажи, пожалуйста, а чего ты ждешь от Нового года? Я жду здоровья. Там было так много ярких цветов, персонажей, и происходило так много действий. А какие персонажи тебе больше всего запомнились, или какие номера? Железный дровосек, Лёва, Страшила, Элли. А номера какие понравились больше всего? Думаю, когда через скакалки прыгали. А почему? Потому что там даже девочка через девочку прыгали. А чего ты ждешь от Нового года? Жду много счастья и богатства. На велосипедах катались и через девочку прыгали. И еще где там такие, обручи крутили, светящие. Ты под впечатлением? Да. Новым годом, и чтобы у них всегда исполнялись их желания. После представления в холле маленьких принцесс, храбрых пиратов и рыцарей встретил Дед Мороз, которому дети рассказали стихотворение и получили за это сладкие призы. Словом, угостил ребят не только сказочный волшебник. Хорошие подарки школьникам вручили и от городской администрации. Порядка 200 абаканских мальчишек и девчонок сегодня получили свою порцию конфет, позитивных эмоций и впечатлений. И вам, маленькие волшебники, от всего сердца желают исполнения всех желаний. Ксения Рехлова, Алексей Дурнев. Новости.